жировой гипотоз, чем он опасен для жизни, у кого он точно есть, как определить, как и чем срочно надо начать безопасное лечение. Итак, пять причин ожирения печени, диагностика, лечения, комплексные меры. Помните, ожирение печени всегда вызывает рано или поздно гипотоз, далее некроз, фиброз, цирроз, и смерть. Развивается все это не быстро, но закономерно. На все есть свои причины, главная из которых неадекватное питание. Так вот, это видео является жизненно важным для всех людей, для каждого из вас. Смотрите его полностью и пересылайте потом другим. Жировой гепатоз или стеатогепатоз есть у 70% населения развитых стран мира. Уже и у детей есть в наше время. Ну а далее развитие фиброза и цироза. А все начинается с гепатоза, с накопления капелек жира в печени. Существует алкогольный и неалкогольный стеатогепатоз. Сейчас разберем неалкогольный. Алкогольный не буду. Скажу лишь, что пить алкоголь глупо, преступно и недопустимо для любого разумного человека. И даже говорить про это не стоит. Итак, неалкогольный стеатогепатоз. Почему накапливаются эти капельки жира? Пять причин на то. Первая причина – это избыток сахара в рационе питания. Сахаров не только сахара рафината синтетического, но и натуральных в виде глюкозы особенно фруктозы, например, в арбузах, винограде и так далее. Сахара трансформируются в жир, если их больше, чем организм может переработать для обеспечения текущих ежедневных энергопотребностей. Чуть далее на примере калорий я поясню подробнее. Вторая причина – это избыток поступления жира из пищи через кровь в печень. Пища расщепляется в ЖКТ, и, видимо, намеров питательные вещества поступают из тонкого кишечника в кровь, а далее во все клетки и ткани организма, но через главный наш орган, главный фильтр организма через печень. И именно проблема при избытке сахара в рационе питания. Без сахаров сам жир это не проблема. Но если вы потребляете калорий из любой пищи больше, чем организм расходует в виде энергии из данной пищи, и больше, чем организм может запасти в виде гликогена, это животный крахмал, концентрат глюкозы в мышцах и в печени, то этот избыток калорий всегда трансформируется, преобразуется в организме в жировую ткань, подкожный, менее опасный и висцеральный, более опасный жир. Ну и разумеется, при висцеральном жире внутренние органы начинают ожиревать, если можно так выразиться. Так вот, главный показатель жирной печени – оттопыривающийся, как бы свисающий вниз, вперед и вниз живот. А еще жировой гепатоз может возникать при голодании. Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что при голодании запускается Процесс расщепления жиров в тканях. Так как эти жиры при отсутствии поступления в организм пищи берутся организмом для синтеза энергии за счет кетоза, то есть за счет расщепления жира на энергию, тогда высвобождаются триглицериды и свободные жирные кислоты, которые циркулируют по крови, попадают в печень и там оседают, так тоже развивается жировой гипотоз. Потому голодать можно и нужно, но только с умом. У меня было такое видео «Лечебное очищение и голоданий». И, конечно же, нужно убирать сахара из рациона питания при голодании. А после выхода из голодания не отъедаться, а перейти на умеренное, разумное, в идеале, видовое человеческое питание без сахаров. Помните, это самое страшное для печени. Третья причина гипотоза – это плохое расщепление жиров печенью. Отдельно эту патологию сейчас я разбирать не буду. Причина это редка, если все остальное в порядке. Четвертая причина – избыточный синтез жира печенью. Да, печень сама синтезирует жиры. Например, желчь именно печень синтезирует. Но избыточный синтез жира печени вызывается, как правило, алкоголем. А разбирать сейчас эту тему я не буду, как уже говорил. Пятая причина – недостаток выведения жира из печени. Например, это происходит при недостатке лицетинов, недостатке желчи и при нарушении синтеза и поступления в кровь липопротеинов очень низкой плотности. Тогда капельки жира остаются в печени. А вот в чем тут проблема? Почему же опасны эти капельки жира в самой печени, которые из нее не выводятся, не растворяются? Эти капельки жира начинают в печени окисляться и разрушать клетки печени гепатоциты. Более того, они активируют специфические макрофаги, так называемые купферовские клетки в печени, которые начинают вырабатывать провоспалительные цитокины. Наверное, вы о них уже слышали, по крайней мере, те люди, кто интересуется ЗОЖ. А они еще больше усиливают воспаление в печени. Именно так и возникает следующая стадия болезни – ожирение печени, гепатит. При гепатите начинают образовываться участки некроза ткани печени то есть отмирают клетки печени. Постепенно эти мертвые участки замещаются фиброзной тканью. Так при гепатите начинает развиваться фиброз. Когда фиброзной ткани становится слишком много, возникает цирроз печени. То есть цирроз это замещение гепатоцитов клеток печени соединительной фиброзной тканью с потерей части функции печени. Но умирают люди нет самого цирроза, а вот от чего. Кстати, наверное, вы об этом не слышали. При фиброзе, и тем более цирозе печени, возникает повышенное давление в системе воротной вены. Это такой коллектор, идущий от органов пищеварения и селезенки. При возрастании давления в нем развивается варикозное расширение вен пищевода с последующим возможным кровотечением, то есть когда сосуд от повышенного давления лопается, и от этого люди при цирозе и умирают, как правило. Что еще очень важно знать, почти всегда жировой гепатоз возникает на фоне метаболического синдрома. Полагаю, и этот термин вы слышали. Но что это такое, скажу для тех, кто не в курсе и, как говорится, повторение мать учения. Так вот, метаболический синдром – это сочетание инсулинорезистентности, об этом у меня было видео и не одно, во-вторых, дислипидемии, в-третьих, повышенного артериального давления и, в-четвертых, ожирения. Достаточно трех из этих четырех пунктов – для возникновения жирового гипотоза. И эти все четыре заболевания имеют общие, единые причины. Я далее дам вам список видео, которые вам непременно стоит, даже я бы сказал, надо посмотреть, изучить, законспектировать, чтобы все знать самим и не допустить вытекающие из этих проблем более серьезные, уже сознанием дела, чтобы вы знали, понимали. И не просто какие-то пилюли принимали, а отслеживали ваше состояние, понимали, что к чему идет, понимали динамику, в том числе положительную, улучшение состояния и лечение болезней данных. Ну а теперь диагностика. Итак, диагностика гипотоза печени. Уважаемые зрители, не пропустите мои вот эти слова. Послушайте. Посмотрите все мои видео о печени, и вы получите полную целостную картину. Будете знать все, не менее любого врача. Ссылку на мой плейлист на моем YouTube-канале я вам оставлю под этим видео. Нажмете, там откроются более 15 видео о печени. Смотрите их и конспектируйте. Это мой вам добрый совет. Диагностика гипотоза печени. Она идет по УЗИ и по внешнему виду больного. Это всегда видно. А вот вам два видео по определению болезни печени. Недавнее и определение болезни печени по ногам. Вначале, как вы понимаете, изменений нет никаких. Ведь печень не иннервирована нервными окончаниями и не болит. Она не даст о себе знать вначале. Только выпирающий вперед живот уже даст понимание для тех, кто в теме. О чем это? Изменения порой идут годами. Потом возникают повышенные показатели АЛТ и АСТ. Это трансаминазы, то есть ферменты, которые появляются при разрушении печени и указывают на это это жизненно важная информация запомните обязательно сдавайте эти анализы теперь они вам о многом расскажут ведь согласитесь это очень важно знать а вот кто из врачей это так просто и быстро объяснит также у людей при жировом гипотозе могут повышаться запомните и запишите ферритин циреактивный протеин это все признаки воспалений сдайте на них анализ. А кто толст, с выпуклым животом, обязательно периодически сдавайте все эти исследования и анализы, о которых я только что сказал. И начните непременно лечение. Но об этом я далее скажу. Так вот, а теперь, для диагностики степени поражения печени, ведь это тоже важно знать, насколько она разрушена. То есть, для диагностики степени фиброза, используют два метода. Во-первых, ультразвуковую эластографию. Это когда можно посмотреть, насколько поражена фиброзом или циррозом, или уже близка к циррозу, печень. Но если человек очень толстый, то этот метод не даст точных показаний. Им сложно диагностировать толстого человека с большой жировой толстой тканью. Тогда используют более точный метод. Это МРТ-эластография. Разумеется, это дороже, чем УЗИ-эластография. Но тут уж выбора нет, необходимо. Теперь вы знаете о диагностике все. Ну а теперь о лечении. Бессмысленно лечение химическими препаратами. Химия всегда одно лечит, другое калечит. А что больше всего калечит химия различная? А в первую очередь печень, а во вторую очередь почки. Это так же, как я в своих лекциях говорил о избавлении от паразитов, когда препараты химические, всякие вермокс, декарис, пирантел и так далее, до сих пор неразумные врачи назначают пациентам, а ведь эти препараты убивают печень. Они даже вызывают рак печени и рак крови. Хотя есть природные средства, натуральные, сильные, которые действительно способны выгнать и уничтожить паразитов из организма. Вот оставлю еще раз. Ссылку на мое главное видео по паразитам. А это очень серьезная тема. Изучите. И помните, что антипаразитарная программа ⁇ это еще и гепатопротекторная программа, которая укрепляет печень. И ссылку на нее я тоже вам дам. Ну что ж, говоря о лечении жирового гепатоза. Я скажу, что есть хорошие новости. Лечение жирового гепатоза возможно на 100%. То есть точно излечимо. Что касается лечения стеатогепатита. Оно тоже возможно, но более сложное, требует больше усилий, усидчивости, времени. Ну а лечение цирроза практически невозможно, за редким исключением и очень жесткими, жесточайшими мерами, а так и в запущенных состояниях это пересадка печени, либо смерть. Не допускайте этого состояния, уже сейчас, сегодня, а не завтра начните лечение. Итак, лечение как и метаболического синдрома, должно быть только натуральными средствами. Лечение инсулинорезистентности и всего, о чем я говорил выше, то есть глобально метаболического синдрома, идет только диетой и физическими упражнениями. Жизненно необходимо похудеть. Никаких складок не должно быть нигде, никакого отвисающего живота убрать необходимую инсулинорезистентность, перейти на веганское кетопитание без сахаров. Тогда вы переведете метаболизм с гликолиза и цикла Крепса, то есть с расщепления глюкозы, на кетоз, то есть на расщепление жиров. И вот тогда и свои собственные избыточные жиры, в том числе жиры в печени, будут растворяться. Сам организм запустит эти механизмы. Или второй вариант. Перейти на сыроедение с преобладанием только не сахаров, не фруктов, а овощей. Особенно крестоцветных, то есть разных видов капуст и зелени. И обязательно надо пить водородную воду, то есть с повышенным содержанием молекулярного водорода. В этом есть абсолютно биологически понятный смысл. Ну а вот в завершении данного видео я расскажу вам про комплекс мер от самых простых до системных, самых эффективных. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела ⁇ отзывы и новинки ⁇ Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары. Вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Комплекс мер от самых простых до системных, самых эффективных. Во-первых, надо сдать анализы, пройти исследования, о которых я уже вам говорил выше. Во-вторых, чем больше пунктов вы примете, о которых я сейчас расскажу, тем лучше. Первое. Убрать сахар из питания и крахмалы, вареные и крахмалы, то есть картошку, рис и тому подобное. Второе. Применять обязательно лицетин как добавку. Третье. Применять обязательно холин, то есть витамин В4, до 1000 мг в сутки. Помните, он растворяет жир в печени. Ну, конечно, холин есть и в желтках куриных, и в крестоцветных. Это хорошо, но дополнительно, если у вас уже есть жировой гепатоз, тем более фиброз, Обязательно применяйте холин. Дополнительно превысить его допустимые концентрации, ну почти невозможно. Не волнуйтесь. Четвертое, надо есть чеснок. Это сильное желчегонное средство, очень полезное для, ну очищения печени. Пятое, надо есть больше зелени, особенно горькой, вроде руколы. Печень очень любит горечи. Горечими лечится печень. Шестое, обязательно применять метод Приема семян расторопши, когда они размалываются в кофемолке или в мини-блендере от чайной ложки, а в течение двух недель плавно увеличивает до столовой ложки, два хотя бы раза в день, а можно и три раза в день, до еды минут за 30-40-50, либо после еды, тогда через 30-40-50 минут запивается стаканом теплой воды. И так полгода, а лучше год, и тогда печень, что называется, будет как новая. Сразу скажу, потому что будут возникать вопросы, хотя кого-то это будет залить и... Люди глупые будут сразу говорить, вот все это ерунда, всего лишь на том основании, что я говорю, что это можно купить, нужно купить там и так далее. Лучше, наверное, если бы я ничего не сказал, где и что можно купить и как приобрести. Так вот, для разумных людей скажу, что семена расторопши вы можете приобрести по ссылке, которую я дам под этим видео. Седьмое. Желательно вместе с приемом расторопши, ну только разделив на 10-20 минут друг от друга по приему, принимать живу номер 3. Это очень сильный комплекс, почитайте его состав и свойства. Ссылку я дам в описании под этим видео. Но это комплекс трав, само собой. Восьмой пункт. Есть надо как можно больше, в разумных пределах, конечно, крестоцветных, то есть разные виды капусты, особенно брокколи. Посмотрите непременно вот это мое видео про брокколи. Ешьте проростки, вершки, брокколи. Девятый пункт. Самое лучшее, конечно, это комплексная программа, то есть набор по восстановлению печени, который рассчитан на 4 месяца. Вот он. Ссылку я на него также оставлю под этим видео. Десятый пункт. Но как минимум, если уж вы не будете принимать этот набор, то делать все то, что я говорил до того, и принимать на ночь по 2-3 капсулы трутовика лиственничного. Это очень сильное гепатопротекторное средство, то есть восстанавливающее работу клеток печени. Одиннадцатый пункт. Спирулина и хлорелла. Принимайте их обязательно после еды два раза в день. Если в таблетках, то по 15 таблеток два раза в день. Например, после завтрака спирулину, а после обеда хлореллу. Или в порошке, тогда по чайной ложечке. Двенадцатый пункт. Я очень советую применять гель-сорбент. Я рекомендую настоятельно вам посмотреть вот это видео, кто его еще не видел. Как применять, зачем, почему и что это такое. В видео сказано. Тринадцатый пункт. Я советую вам перейти на интервальное голодание, ну или по-другому интервальное питание. Не есть после 16.00, но там главное правило, чтобы от последнего в этот день приема пищи до следующего дня первого приема пищи прошло как минимум 16, а лучше 18 часов. Тогда запускается процесс и аутофагии, то есть самоочищения на клеточном уровне. Ну и, конечно, печень и поджелудочная железа начинают как бы восстанавливать себя сами. Четырнадцатый пункт. Перейти на кетопитание и посмотрите в этой связи мое видео «Веганское кетопитание». И пятнадцатый пункт. Проходите обязательно два раза в год антипаразитарную программу. Ну, кстати, вот в этот набор по восстановлению печени на первый месяц из четырех курса входит антипаразитарная программа. А так вообще на будущее. Любому человеку два раза в год по многим причинам надо проходить антипаразитарную программу, разумно проходить, потому что тогда вы уберете паразитов, которые все равно попадают в организм так или иначе, даже у тех людей, кто более-менее соблюдает правила гигиены, а паразиты многие, ленточные, круглые, плоские черви причиняют огромный вред организму, так вот надо их устранять. А некоторые паразиты, кстати, вызывают тоже гепатозы и гепатиты, это тоже имейте в виду. Об этом очень мало кто говорит, но это факт. Ну, судите сами, тот же апистархоз просто ест клетки печени, поедает. Это такой плоский червь, который попадает в организм человека с рыбой. Итак, дорогие друзья, Главное, я сказал вам, этого более чем достаточно, чтобы решить эти проблемы. Тем более этого достаточно, чтобы не получить эти проблемы. То есть, я говорю о профилактике, и это 100%. Ну и, конечно, под этим видео, помимо ссылок на те или другие препараты важные, то есть то, о чем я говорил, я дам вам список видео, вот от инсулинорезистентности до аутофагии, все мои видео, по печени, которые просто необходимо посмотреть, чтобы вы действительно полностью разобрались в этом вопросе. Когда вы все посмотрите, у вас возникнет чувство, как науки называется микозарение. То есть, как Архимед кричал Эврика, мол, все сошлось. Вот эти разрозненные пазлы в единую картину миропонимания. А это очень важно для разумного человека понять, что, зачем и почему, а не просто верить на слово. Ведь если человек поймет и будет действовать сознанием дела, осмысленно, то это совершенно другая эффективность. Это проверено практикой, то есть истина, так как практика это критерий истины. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Приобрести те или иные и вообще любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете на нашем сайте nadguard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть Почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены, и нельзя оплатить в Россию. Не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно э, представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем. Если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.